Добро пожаловать на канал Hardresset Info. Перед нами находится устройство Ulefone Armor 17 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять дату и время на данном устройстве. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система». И здесь мы выбираем дату и время. Далее. Нажимаем «Выключить», не настраивать автоматически. И теперь мы можем вручную выбрать дату, выбрав день, месяц и год. И вручную мы можем выбрать время, выбрав часы и минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.